Всем привет, ребята, меня зовут Руслана, и сегодня я была в зоомагазине и купила вот такие вот покупки. Ну что ж, давайте мы решаем. 15 марта, день рождения, я ему решила сделать подарочки и тортик. Первое я купила это две вот такие вот консервы от фирмы Спецмяс. Вот такие с говядины с печенью и говядины с рубцом. Состав очень хороший, состав тут говядина и рубец, а здесь говядина и печень, и все, очень хорошие. Консервы, собакам нравится. Я такие уже покупала. Купила от фирмы Четвероногий Гурман. Платинум Лайн. Сердце и печень. Вот такие вот. Такая консерва. Сейчас состав. Сердце и печень говяжья, желирующая добавка, соль и вода питьевая. Тоже хороший состав. Вот. Все купила для тортика, чтобы мешать. Также для тортика купила куриное филе от фирмы Малина. Нарезка. Такая вот. Вот. Состав тут мясо курицы 94%, глицерин 3% и пищевые добавки 3%. Там также купила для шустрика корм, потому что он закачивался от фирмы Падаван, шиншилла, Гранд Микс. Вот такие шиншиллы нарисованы, но вот показано, что внутри находится. Вот, вот такой вот корм хороший. Главный подарок, который у нас уже такой был, это вот такая вот игрушка Миши, плотная. Длина, наверное, палка тренировочная с двумя вот этими ручками. Она сделана из льна. Очень плотный материал. Такой вот. Вот, прошито все хорошо, чтобы с ним можно притягивать. Очень классная игрушка. От фирмы Trixie. Вот такая вот. Мише очень нравится, я буду... с ним играться. Да, это были все покупки. Надеюсь, вам понравилось видео. Если так, то поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока.